Сегодня 18 июля. Мы встречаемся в Королевском городском суде с Марией Некрасовой. Мария, что вы здесь сегодня делаете? Сегодня у нас прошло второе заседание по рассмотрению жалоб в порядке статьи 125 УПК. Жалоба была на следователя Яна Анатольевича Лещенко, который до сих пор не выдал мне протокол обыска, хотя должен был это сделать. Ходатайство мы подавали еще 11 апреля, и вот до сих пор никаких результатов у нас нет. Поэтому пришлось пойти в суд, чтобы добиться от Лещенко хоть какого-то ответа, хоть каких-то документов. А Лещенко был на заседании? Нет, на заседании Лещенко не было, документы он никакие не предоставил. Впрочем, я думаю, что и 1 августа ситуация будет такая же. У нас уже было рассмотрение другой жалобы на то, что он не дает ответы на мои заявления по свиданию с Романом Ивановым. Соответственно, заседание прошло 11 числа, Лещенко не явился, документы никакие не предоставил, это заседание тоже у нас было перенесено. У нас вообще на бездействие Лещенко сейчас в Королевском городском суде находится 5 жалоб. Соответственно, результаты рассмотрения будем информировать. Ну что? Через канцелярию. Какую канцелярию? Ты что? Ян Анатольевич, извините, а почему вы не принимаете ходатайство у сторон? Вы сторона? Вот. Они жалуются, что я пресса. Вы кто? Я пресса. Вот я не понимаю, почему? Я почему не понимаю. Я понимаю, что... Так вот сейчас передай ему. Вы же обязаны сейчас принимать. Почему вы отказываетесь? Вы кто? Я говорю, почему вы нарушаете этот закон? Я фиксирую, что вы нарушаете закон. Вы кто? Пресса, я же говорю. Я вам представляю документы, что я пресса, удостоверение. В чем проблема принять ходатайство? Я в первый раз такое вижу, что... Какие-то... У вас ходатайство какое-то? Напишите его письмо. Ну, при мне вам ходатайство отдают, почему вы не принимаете? Идите его, хотите, регистрируйте потом. Вы же процессуальное лицо, вы ведете дело или нет? Почему вы их не принимаете? Нет ответа. Вы работаете за счет бюджета. Я задаю вопрос в соответствии с законом. Почему вы не отвечаете родственникам обвиняемого? Не даете им